Создание, обслуживание и развитие комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств. Представители делегации Волгоградской области принимают участие в работе международной выставки-конференции «Парк Сизон Экспо». Среди разделов выставки – благоустройство и озеленение, развлечения и досуг, спорт и здоровье, доступная среда для людей с ограниченными возможностями, туризм и гостеприимство и другие. Западные производители отказались от участия в выставке. Тем самым для российских предприятий открываются новые возможности. Для их производства открываются новые возможности, открываются новые ниши, и ребята понимают прекрасно, что этой возможностью нужно воспользоваться. Нужно делать новые парковые архитектурные формы, можно делать новые светильники, и все эти образцы мы сегодня видим, они представлены здесь. Можно развиваться, идти в регионы, не только в Москве, но идти в регионы. В работе форума принимают участие ведущие эксперты по созданию и управлению городскими пространствами. Цель – представить лучшие образцы продукции, поделиться идеями развития общественных территорий и реализовать их на практике. Много интересных стендов, много интересных решений, много интересных знакомств. Думаю, что администрации города обязательно нужно использовать те наработки, которые здесь представлены. И, конечно, всем участникам желаю успеха и работать в импортозамещении. Как можно больше нам нужно производить у себя, как можно больше нам нужно производить в России. В 2021 году волгоградцы презентовали на форуме два значимых пространства – парк Раздолье и Центральный парк культуры и отдыха. Представители города-героя поделились опытом развития парковой территории и проведения различных мероприятий под открытым небом. Волгоградская делегация также взяла на заметку успешные практики по работе с крупными зелеными зонами, применяемые в России и за рубежом. Обе территории, которые в 2021 году были представлены на выставке-конференции, входят в парковое кольцо Волгограда – единое пространство, которое протянулось вдоль Волги. Сквер Угасителя, центральная набережная, ЦПКО. Оно включает в себя Мамаев курган, бульварную часть проспекта Ленина в центре Волгограда, Новый Александровский сад, Комсомольский сад, Сурский сквер и полностью обновленную пойму реки Царицы с парком Раздолье. Муниципалитет уделяет особое внимание развитию общественных территорий, в том числе парков и скверов. В городе на Волге преображаются старые общественные пространства и появляются новые. Учитывая непростой волгоградский климат, ежегодно для создания комфортных условий для отдыха горожан и туристов высаживаются новые деревья. В конце августа специалисты в сфере архитектуры и градостроительства представят проекты по комплексному развитию территории у Волги у поселка Нижний Тракторный. Лучшие предложения станут основой дизайн-проектов. Цель фестиваля «Экоберег» – привлечение внимания профессионалов и общественности к перспективам развития прибрежных территорий и береговых пространств, идеями по созданию комфортной городской среды. Задачи по комплексному развитию территории в регионе в 2014 году поставил губернатор Андрей Бочаров.